Биробиджанцы, вот сейчас ваше время проявить себя здесь, показать, что вы болеете за Биробиджан. Я хочу поприветствовать его и поприветствовать вашими аплодисментами Кирилла Лелека, город Биробиджан! Кирилл у нас будет драться в синем углу. Весовая категория до 63 килограмм. Против Кирилла Лелека у нас будет выступать боец из города Хабаровска. Где Хабаровск? Оживился Хабаровск. Где хабаровчане? Против Кирилла будет выступать Владимир Самойличенко. Встречаем Владимира Самойличенко из города Хабаровска. Он будет у нас драться в красном углу. Итак, Владимиру Самойличенко 21 год, вес 63 килограмма, рост 169 сантиметров, специализация кикбоксинг, воспитанник спортивного клуба «Росич». Ваши аплодисменты! Ну и хотелось бы сказать про Кирилла Лелеку. 21 год, вес 63 килограмма, рост 182 сантиметра. Кирилл тренируется на базе биробиджанского кикбоксинга. Итак, ребята, вы готовы ко второму бою? Все, внимание, сюда! Ну, ребята, болеем, болеем! Вот так вот не стесняемся! Вы посмотрите, что творят, ребята, для первых боев это вообще очень убедительно! Энергичнее болеем! Поднимаем адреналин в крови! Yeah!
Ну что, ребята, как настроение? Давайте поаплодируем спортсменам. Хабаровск, Биробиджан, все на месте, да? Не слышу вас, ребята. Отлично, ко второму раунду готовы все. Ну вот, дадим немного передохнуть спортсменам и продолжим. Наши прекрасные девушки сегодня показывают нам, какой раунд. Но я почему-то сбиваюсь даже с толку, какой раунд, глядя на них. И мы продолжим. Поддержим, поддержим спортсменов, им нужна поддержка ваша. Поддержим спортсменов! Предупреждение бойцу в синем углу. Поддержим, поддержим! Ну что, ребят, как настроение? Оживились, да, немного? Молодцы, вообще, очень приятно, что сегодня у нас здесь будет очень горячо. Напоминаю, что в синем углу у нас биробиджанский боец, в красном углу у нас хабаровский боец. И у нас последний раунд, третий раунд, финальный, скажем так. Очень много хороших и серьезных моментов было. Я думаю, что сейчас мы увидим явного победителя в этом бою. Напоминаю, что ребята находятся в одной и той же весовой категории. Ну, небольшая разница в росте и всего лишь. Ну что, поддержим, ребят!
Ребята, больше эмоций, больше эмоций! Биробиджанцы, ну поддержим же тоже биробиджанцев, а то я слышу от них комаровчан. Отлично, оживились! Нужна ваша поддержка, спортсмены устали, они просто ждут ваших эмоций. Очень хороший бой. И мы ждем решения судей. Мы ждем решения. И мы приглашаем награждать Печного Сергея Ивановича. Печнов Сергей Иванович, пожалуйста, подойдите к рингу, потому что вы сейчас будете награждать человека, который будет займет первое место. Давайте поаплодируем Печного Сергея Ивановича, потому что он принял очень большое активное участие. Итак, победитель в этом раунде, как вы думаете, кто? Город Биробиджан! Синий угол! Давайте поаплодируем! Очень прекрасный бой! Ребят, не уходите, потому что Сергей Иванович хочет вас лично поблагодарить. Ребята, оживились, да, биробиджанцы! Очень прекрасный бой, мне кажется, на мой взгляд, достойный, очень достойный. Напоминаю, что выиграл в этом бою Кирилл Лелека, город Биробиджан, а Владимир Самойленко занял почетное второе место, город Хабаровск. Итак, фотография на память, не забываем. И, конечно же, еще лично.